Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу мир в один блок для Майнкрафта Block Edition. После установки этой карты у вас появится мир в один блок. Собственно, сейчас мы смотрим на синюю пустоту. И мы стояли вот на таком блоке, который сделан из бедрока. Ну, а на табличке написано «Разработчик», друзья, это Дэн. 44. То есть, друзья, это его YouTube, и вы сможете его посмотреть, если, конечно, YouTube его найдет. Ну, собственно, как видите, один блок, друзья, и больше ничего. Синяя-синяя пустота. Собственно, прогрузка карты занимает около 2 секунд, если я не ошибаюсь. Если у вас еще вдобавок мощное Android-устройство, то, наверное, за миллисекунду у вас закрутится эта карта. Ну, собственно, здесь вы можете построить, конечно, самое первое, что бросается на ум, это скайблок. Но я построил такой остров, друзья, из которого текет водичка, и по водичке можем понять, что мир уже почти находится на краю карты, то есть он находится рядом с бедроком. И можно из этого сделать вывод, что эта карта была сделана на плоском мире, потому что в плоском мире примерно такая высота. Но все же все суперски сделано, вы можете сделать целиком город заново. Собственно, из-за этого у вас будет меньше лагов и всяких багов. Но также вы можете взорвать всю эту карту, и получится довольно эпически. Но, друзья, будет плохо, если ваш мир будет в один блок. Ну, собственно, вот такая карта была на сегодня. Но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.